Международный аэропорт Чебоксары объявил аукцион на поставку амбулаторного автолифта. В спецмашине должно хватать места для перевозки трех пассажиров на инвалидных креслах. Напомним, что о проблеме отсутствия амбулифта в аэропорту заговорили в конце февраля. Тогда спортсмену-паралимпийцу Замиру Шкахову, прилетевшему на соревнования в Чебоксары, пришлось спускаться по трапу самолета на руках. Специальное устройство для посадки и высадки маломобильных пассажиров должно появиться в Чебоксарской аэрогавани осенью этого года.